Первое место занимает настоящий мужик, русский перец Вадим Воронов. На днях в гости к русскому радио пришла на первый взгляд миленькая маленькая девочка Марьяна Наумова. А теперь смотрите, что она сделала с Вороновым. 3, 2, 1, поехали! Вадик, Марьяна! Вадик, красный капитан! Марьяна, да, это что? Вадик, позор! Позор тебе, не устоял супротив ребенка. Девочка-подросток практически унизила взрослого дядю. Что теперь, пойти повеситься или все-таки потренироваться, а?